На фестивале уличных театров гости встретились с героями любимых с детства сказок и мультфильмов. Самым удачливым даже удалось взять интервью у «Золотой рыбки». Она сказала, что Муром самый замечательный город на Земле. Она сказала, что обязательно сюда вернется. На фестиваль поступило 130 заявок почти из 90 театров. Из них отобрали всего 28. Это театральные коллективы и сольные артисты из разных городов страны. От Москвы и Санкт-Петербурга до Калининграда и Архангельска. Они привезли спектакли разных театральных жанров и направлений. Уличные, музыкальные, клоунаду, кукольный театр и драму. Чтобы увидеть их выступления, некоторые гости приехали из соседних областей. Специально собирались и прямо запланировали заранее. В прошлом году мы были в Питере. Нам друзья рассказали, что был фестиваль в Суздале, и надо на Неболец съездить. И мы специально запланировали путешествие, мы ехали из Карелии, специально приехали в Питер. И там мы получили огромное удовольствие, это просто необыкновенный был фестиваль. И поэтому в этом году мы прямо специально сюда, из Рязани, здесь близко, вообще супер. Главный плюс уличного театра – близость к зрителям. Здесь нет преград, отделяющих артистов от зала, сцены или оркестровой ямы. Поэтому простор для импровизации шире, а эмоциональный отклик – сильнее. Вы знаете, наш город имел очень хорошие театральные традиции, немного утраченные, но сегодня мы это возрождаем. И благодарны всем, кто участвует вместе с нами в этом благородном, прекрасном деле. Завершился фестиваль большим карнавальным шествием. Фестиваль подготовлен при поддержке регионального министерства культуры. Организатором стал областной театр кукол. Уникальный театральный праздник посетили 13 тысяч человек. Александра Реутова, Татьяна Гордеева и Анна Коновальчикова.